На сцене театра «Наш дом» вот-вот состоится очередная премьера. Сказка, известная на весь мир в своем классическом прочтении. «Аленький цветочек» Сергея Аксакова – история о том, что настоящая любовь творит чудеса. И вот уж действительно, любовь способна превратить даже самое страшное чудище в человека. Он был в заточении долгих 30 лет. Не видя света и не чувствуя тепла, заколдованный принц вызывал у всех только страх и ужас. Даже актер, исполнивший его роль, признается, сказка всегда будоражила сознание. Знаете, я ее очень боялся, вот именно чудище. Но я-то ее знал по мультфильму. И когда там возникало чудище, я всегда прятался куда-нибудь под стол или там закрывал глаза. Наконец пришло время. Чары злой колдуньи рассеются благодаря искренней любви главной героини. Чуткая Настенька смогла рассмотреть в зловещем монстре добро, за это и полюбила. Убегайте! Куда же я убегу? Я когда ее взял, я как бы сначала как бы испугался, потому что говорю, слушайте, это какая-то очень девчачья какая-то сказка, ну, про какую-то любовь, про какой-то цветочек. И хотелось все же оживить ее, чтобы она была более как бы динамичная. Для этого в сценарий внесли небольшие изменения. Добавили пару неизвестных зрителям персонажей. Правда, кто они и какова их роль, разумеется, держат в секрете. Сказка написана очень хорошо. Просто там мало действий, как бы, для театра. Но театры любят эту сказку. Часто ее ставят и прописывают каких-то еще героев дополнительных, чтобы они развлекали и вносили еще какие-то конфликты, расширяли действия. Мы тоже, конечно, это делаем. Премьера спектакля «Аленький цветочек» состоится уже в эту субботу. Главная задача труппы – донести до зрителя простую истину. Красота внешняя встречается повсеместно, а вот внутреннюю рассмотреть поможет только доброе сердце. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.